На своей машине я каждый день объезжаю город. Просто, ну, сегодня захотелось взять телевидение, заодно взять руководителя, который отвечает за эти дороги. А это межквартальные проезды и мусорные бачки. Компания «Радио Зимой». Виктор Леонидович, вы везете мать твоих детей. Машина военная, за рулем лейтенант. Теперь налево. Я лейтенантом, все, я потом спрятал, выкинул все. Я 3 года отдал, честно, на тихом флоте океанском. На тихом флоте тихо было? Вот смотрите, что творится, а? Чистить начали? Да, сегодня во многих дворах чистят, вот теперь направо. Вот да вы что? Это не наш, это этого же. Не, я знаю. Комфортом, вот все. Вот отсюда начинается наша межквартал. Вот она. Снимаете? Снимаю. Давайте. Вот смотрите, вот это вот ящики уже стоят сейчас. Я сегодня здесь лично сама была. А вот эти вот здесь стоят? Да, вот это сейчас только вот выставили. Вот только мы убирали. Значит, товарищу корреспонденту попрошу учесть. Мы приступили к их очисткам, когда их бросили. За 4 дня до начала контракта, чтобы хоть что-то удержать. Если бы не вошли бесплатно эти 4 дня, вообще бы не проехали. Виктор Леонидович, мы здесь чистили после Нового года и уже нет, после праздников. Нет, ну после Нового года это понятно. Нет, я говорю, что когда мы началось все это представление. А кто их бросил, Виктор Леонидович? А до этого кто обслуживал? Те и бросили. Вы на последнем перед Новым годом не были? И Пашинский докладывал эту ситуацию. Бывшая, кто обслуживала, она их за неделю до конца бросила. И так далее. Леонид Анатольевич нам скомандовал. Что хотите, думайте. Попросил, ну все ж так. Командовали. Думайте, что хотите, но его проблему решите. Мы вышли с Пашинским. Он говорит, это какое решение? Приступай раньше, пиздец. Вот и все. Мы согласились. Виктор Леонидович, а люди знаете, что спрашивают давайте, чаще всего? Давайте. Говорят, вот неужели, когда была оттепель, и можно было пройтись одним ковшом, собрать да. все, так. неужели трудно было это сделать, и теперь приходится вот как бы скрести лед? Вот мы вам и объясняем, что до этого обслуживала межкварталки другая, она оттепель. Их за неделю когда бросила. Когда была оттепель, мы не обслуживали межкварталки. Мы с 1 января начали, когда оттепель. А там уже все, там уже схватилось, уже... Уже схватило все. Вот что, 18 правильно люди спрашивают, мы успели выдать, пока да. оттепель, надо забирать все. Машину тут так и не убрали, которая там все стоит. Так кто ее уберет? Она уже бедная, там наездная. Приперзала, да. Значит, посмотрел, в принципе, ну можно сказать, что твердую тройку можно поставить. Мусор убирается, конечно, есть много еще, что нужно сделать. По межквартальным проездам у меня больших замечаний нет. В принципе, межкварталка вычищена, что нельзя сказать о основных дорогах. Имеется в виду улицы, по которым не ходят автобусы. Сегодня на совещании это была эта тема затронута. Тему эту мы не снимаем с контроля. Но будет такой же ряд, наверное, вместе с тем же генеральным подрядчиком и по основным дорогам. Таким дорогам, как Фестивальная, Московская и другие. Я думаю, что порядок наведем.